В рамках праздника Дня города в Славянске особенно массовыми стали аллеи парка «Шелковичный». Сюда не только пришли, но и приехали сотни горожан и гостей города. На велосипедах. Ведь здесь стартовало традиционное и ежегодное молодежно-спортивное мероприятие под хайповым названием «Велодвижок». Вполне закономерно, что радость празднования Дня города вместе со славянцами разделили в этот день многочисленные гости города. Корреспонденты делового Славянска в парке «Шелковичный» встретили народного депутата Украины Наталью Королевскую. Она поздравила славянцев с Днем города. Ну, я всегда на День города Славянска приезжаю в Славянск. Сегодня мы вместе с ветеранами возложим цветы, потому что был День освобождения, но у нас пленарная неделя была, и поэтому мы не могли приехать. Вчера возложили цветы в памятнике на горе Артема. Ну и, как всегда, традиционно пообедаем в честь такого праздника, потому что, несмотря на то, что в Славянске, к сожалению, сегодня нет полноценного местного самоуправления, а у нас тут военные администрации действуют, но мы все любим город, мы все его очень уважаем, и вместе всегда в этот день собираемся.